Золотой Фортуна, боевая ничья 3-3. В нашей послематчевой студии Василий Васильев, Константин Самсонов. Василий, прокомментируй ход поединка. Неудачное начало, провалили первые 15 минут матча. Начали проигрывать, и, собственно говоря, весь матч был построен на то, как бы догнать соперника. Вот и все. Начало поединка очень активное, резвое с вашей стороны. Так специально настраивались? Ну да, начало нужно было провести активно, завладеть инициативой и постараться забить быстрый мяч. Получилось даже два быстрых мяча. Показалось, что после перерыва вы стали более сосредоточенно играть на обороне. Вот не хватало этого азарта в атаке и позволили Золотому завладеть территорией. Да, на самом деле нет. Мы, в принципе, также в перерыве договаривались на то, что будем активно играть. В принципе, играть в ту же игру, которую играли в первом тайме. Вот, то есть, ну, может быть, что-то не получилось. И Золотой тоже хорошо сыграл, то есть, эти минуты. Ну, вот как-то так, наверное, получилось. То есть, ну, немного не то, что мы планировали, мы сыграли во втором тайме. После того, как три мяча залетело в ваши ворота, последовала смена голкипера. Виктор Егоров не угадал с вратарем? Дело не в этом. Когда в наши ворота залетают три мяча, нужно что-то менять. Не обязательно только все время полевых. Можно и вратаря поменять. И Миша не так плохо сыграл, чтобы прям заменить. Но это просто вот, чтобы поменять что-то. Можешь ли кого-то отметить из своих игроков в сегодняшнем поединке? Мы проигрывали матч достаточно серьезным соперником, мы смогли его не проиграть, поэтому отметить, ну явно, конечно, я могу отметить Ульяненкова, он забил, Романова, он очень активен был, вот, но в целом вся команда играла здорово, никто не опустил руки, все молодцы, все добились, скажем так, положительного результата. Ну, Фортуна дважды вела, ну, точнее, постоянно вела в счете по ходу этого матча, почему все-таки не удалось удержать преимущество, можно было больше на контратаках ловить соперника, почему не удалось еще забить во втором тайме? Да были моменты, на самом деле, то есть Анисимов Кости бил в упор головой, там, то есть после розыгрыша углового, ну, не повезло, наверное, то есть если думал, что мы забили четвертым мяч, мы бы однозначно выиграли. Ну, сегодня хороший состав собрался у Фортуны, практически вся полная обойма, кого-то, может, не хватило. Матрахов, допустим, сегодня не играл, там, по каким причинам? А у него травма, вот, он получил травму, то есть, вот, и сегодня же он уехал, так понял, на отдых, вот, поэтому не играл. Ну, а все ли футболисты вообще в оптимальных кондициях, или кто-то там специально к этой игре залечивал какие-то повреждения? Ну, Филатов только у нас вторую игру он играет после травмы, вот, то есть, можно так сказать, то есть, только начинает набирать форму. Вот, то есть, ну, естественно, конечно, у нас много травмированных, о которых там я уже не говорю, там, то есть у нас какой-то злой рок, лазарет переполнен. Вот, кого не хватило, да не знаю, но может, конечно, если бы Семка за нас сыграл, было бы повеселее, вот, но ему условия контракта не позволяют это сделать. Вась, как ты считаешь, может быть, Золотому стоило проиграть этот поединок, злее бы были и такой мостик на будущее, на второй круг? Я не считаю, что нам нужно специально кому-то проигрывать. Мы и без проигрышей можем настраиваться достаточно хорошо на все игры. Но вопрос тут еще в команде противника, который настраивается не менее серьезно на нас. И все хотят нам дать бой. И на следующей неделе тоже у нас будет непростая игра. Тут хоть перетренируйся, не дотренируйся, перенастройся, там, я не знаю, но все равно будет бой на следующей неделе, как и сегодня. Поэтому, несмотря на то, какой там у них был на это, ну, вторая позиция или там пятая, это как бы уже не суть важно. Команда амбициозная, команда с задачами, и поэтому, собственно, такой напряженный матч получился. Ну, я вгадал, что в интернет-битве перед этим поединком такая определенная ничья сегодня. Какое будет резюме в интернете? Что мы увидим? Да, вот сейчас, думаю, приеду, чай попью, что-нибудь придумаю, что-нибудь напишем. А есть ли вопрос к сопернику? К сопернику? Да, не знаю, наверное, все-таки у меня есть вопрос, но я не, наверное, не буду его задавать в прямом эфире, я его Василию лично задам. Да ладно, запись идет, не прямой эфир. Есть вопрос к сопернику? Да, у меня есть вопрос. Это вопрос даже не то, не лично мой, это вопрос многих игроков моей команды. Вопрос следующий. Как можно заявить игрока, который не был до этого в заявке перед этим матчем? Вот у меня как раз есть сразу же фото.
фото в регламенте. Мне показать его или нет? Там есть пункт форс-мажора, соответственно. Правильно я говорю, Евгений? Есть такой регламентный пункт при дозаявке игроков, где есть форс-мажор у определенной команды, и в соответствии из-за этого форс-мажора можно дозаявить вратаря. У нас просто все вратари на данный момент находятся в лазарете, там кто-то по работе. Ну, он заранее, как было известно, что еще в понедельник, что он там уедет из города, там, с командой, с детьми там, и так далее, то есть не будет находиться на матч. Вот. Вчера был на тренировке Фуртова Мира. Грачев? Да, ну Грачев также мне еще в понедельник сказал, что у него игра за какую-то команду, где ему там помогают в работе или что-то такое там, то есть вот, и он как бы делает выбор в пользу них, и, соответственно, автоматически отзывляется из нашей заявки, вот все. Мы этого не знали. Хороший пункт регламента. Теперь вы знаете об этом, соответственно, нужно изучать регламент. Вопрос сопернику. Ладно, Василий согласился, задам вопрос. Почему был поставлен ультиматум Максиму Ходину, и это было одновременно, в принципе, при переходе Александра Васильева в нашу команду, после этого был поставлен ультиматум Максиму Ходину, то, что он, если не может играть, что он не может играть за нашу команду вот в этом турнире? Ему был Максим Ходин не за Фортуну, не в этом турнире, а играть против наших прямых конкурентов, и это было сделано так, потому что Максим является работником нашей компании, и, не знаю, зарплату получает он у нас, и играть непосредственно против с прямым конкурентом, это, не знаю, мы посчитали это не совсем правильно, и мы Максиму также сказали, если есть возможность у Константина также его устроить на работу, как Александра, мы были бы только рады. А нельзя играть было именно против Золотого, против других можно было? Нет, просто за эту команду, против любых других противников. Принципиальное решение, да? Да, это было решение, принято, скажем так, высшим нашим руководством, и я его как исполнитель просто принял и довел это до Максима. А если Максим Ходин заявится за условно 19-й район? Пусть играет. Это не прямой наш конкурент. Все понятно. Ну, как бы такой поступок, конечно, своеобразный, да, там, то есть, вот, ну, пусть он останется на вашу совесть. Все. Мы бессовестны, поэтому тут ничего не поделать. Все, спасибо.